Доброе утро! Сегодня 6 сентября, и мы отправляемся в 3 класс. 2016 год. Иду собирать первый в этом учебном году ланчбокс для Идошки. Рюкзак мы собрали вчера. Переобувку тоже приготовили вчера. Так что, да здравствует школа! Первый раз в 3 класс. А вот и 3 классник. Лежит, смотрит мультик. Да, оделся уже, все готов, футболочки, в джинсиках. Вечером мы пойдем покупать игрушки. Бабушка от себя, мы от себя. Все, пошла складывать ланчики. Опс. Такое в этом году. Там уже я бросила Мишкины лапки лежат. Вот они. Бананчик. И сейчас я сделаю тортилью. Так, тортилья моя готова. Укладываю ее в коробочку. Вот так. Уложено. Итак, мы все направляемся в школу, мы даже на машине. Папа сразу поедет на работу, а мама пойдет пешком домой. Мы едем сейчас, узнаем, мы знаем, в какую дверь нам нужно идти, но не знаем, кто наш преподаватель. Потому что в прошлом году мы знали, нам сказали, кто будет наш преподаватель, но так произошло, что произошли изменения, и нашего преподавателя решили отдать 6 классу. Поэтому мы будем, ой, какое солнце, узнавать, кто наш преподаватель. Ну, их всего там 4 третьих класса, так что недолго нужно будет. Итак, время 3 часа 5 минут, и я направляюсь за Идошей. Закончился первый учебный день. Так что узнаем сейчас, как дела у Идо. И добро пожаловать в новый учебный год. Только лишь, блин, не успели закончить прошлый учебный год, уже начался новый. Узнаем, как у Идошки были дела сегодня. Hi guys, I came back from school. It was the first day of school. Is it was fun? Yes, очень. Да, у тебя болит голова немножко. На самом деле ты пытаешься держаться сильно, но у тебя болит голова и немножко нету из-за этого настроения. And I'm really tired. Все, мы сейчас, что вам учительница дала, покажи. Вот такой браслет. Как зовут твою учительницу? Мисс Морсон. Мисс Морсон. Хорошая она? Yes. Она добрая? Yes. Добрая. Она тебя уже по имени правильно называла? Не Айдо, а Айдо? Yes, right away. But she did ask me, but we had a new help teacher. Help teacher? Health teacher. Health teacher, да, по здоровью. Кто? She... Не мисс Мика Пукабум, как ее Букабум? Пукабум. Not Пукабум, it's not Букабум. Пошли. Угу. А it's как? Not, а как ее зовут? Новую? А какие у вас уроки сегодня были? Ага, просто первый день, вас уже не хотели перенагружать. Вам дали какие-то бумажки домой? A lot. Ну, стоило ожидать. Окей. Ладно, скажи всем бай-бай. Бай-бай. Subscribe, comment, and leave a like. Smash that looking like button down below. And the comment. Leave some comments down below if you know Mrs. Morrison. And yeah, bye guys. Bye-bye. Subscribe. Хорошего учебного года, Идошка, тебе. Yes, thank you. Bye-bye. Bye.